Спортсмены Гомельской области протягивают подрыхтовку до других европейских гульняв, якія пачнуцца у Минску 21 червеня. Як чакается, удзелу их прымуць каля 40 прадстаўнікоў региона, яшчэ 60 человек задзейнічаны у якасці факелоносцаў. Веславанне, бокс, веласпорт, легкая атлетика. Отбор спортсменов на европейские гульни еще не завершены, а уже зараз можно казать, что Гомельская область будет представлена у шмат яких видах. Задача одна – выиграть ці стать призером. Особливо у тих видах спорту, где будут разыгрываться лицензии на олимпийские гульни, которые в наступном годе пройдут у Токио. Сегодня определено 269 спортсменов Республики Беларусь, которые приказом Министерства спорта и туризма определены в состав национальной сборной Республики Беларусь для участия в вторых европейских играх, которые будут проходить в городе Минске. Из них 40 человек – это спортсмены города Гомеля и Гомельской области. Многие из этих спортсменов уже прошли соревнования отборочные. Многие уже даже прошли тестовые соревнования, которые сегодня проходят в городе Минске. Ну, на протяжении определенного времени уже идут. Для Гомельщины европейские гульни начнутся с отрывания факела. На территории региона его будут нести больше, как 60 человек. Люди, которые внесли значный уклад в социально-экономичное развитие в области. Маршрут пройдет по 4 городах – Турове, Жлобине, Мазыры и непосредственно Гомеле. При этом отрознение от других областей наш сценарий предугледживает наведывание славутых мястинов региона. Задача – праз марафон показать всю Европе привабность Гомельщины. Правда, одобранные на европейские гульни спортсмены в этом процессе задейничаны не будут. Для их зараз самое головное – тренировочный процесс. Сейчас, даже если брать чисто Европу, то все девочки на хорошем уровне. Мы друг друга уже знаем, и все… Сейчас уже, как мы говорим, в своем окружении спортивном нет проходных, да, как бы сейчас со всеми нужно бороться, и все борются на равных. Уже зараз на сайте дирекции других европейских гульнев можно знайти всю информацию об раскладе гульнев. А прача того, пропрацовываются варианты открытия специальных чыгуночных и автобусных маршрутов с Гомеля у Минск. Такий вариант будет максимально зручным для болельщиков. У час проведения гульнев проехать по Минску на уласным транспорте будет проблематично. Для комфортности, для того, чтобы люди, скажем так, не чувствовали какой-то сложности, лучше всего использовать вот именно централизованные выезды, когда автобусы будут в шаговую доступность подъезжать, когда будут экскурсоводом сопровождаться, когда их будут встречать, когда они будут проведены будут на арены, на свои места, и, соответственно, потом их будут встречать, и они будут благополучно добираться до дома. Поэтому максимально все заинтересованы будут стараться сделать все то, чтобы болельщику было комфортно. Олег Сенцеров, Наталья Игнатенко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».